Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики моего канала. Сегодня у нас понедельник, и хочу сегодня немножко поснимать. Ой, какой смешной. Мы только что погуляли. Покажи, какую машинку мама тебе купила. Покажи машинку. Машинку. Где машинка? Нет, вот. Вот какую машинку мы купили, да? Во. Купили машинку малышику, Сэмику нашему. Сейчас будем готовить кушать, будем убираться, потому что к нам сегодня придут гости. Сейчас эту Бусе этой дам попить чаечек и буду убираться, готовить, немножко поснимаю. Вот, так что очень рада, что вы с нами. Оставайтесь дальше. Так, хочу начать свою уборку с этой комнаты. Быстренько прибрать ее. Нужно подоконник протереть. Протереть тут были, где игрушки. Помыть полы, пропылесосить. В принципе, тут не такой уже сильный бардак. Вот, просто надо все аккуратненько поскладывать. Тут малыш лежит, пьет чаек. Вот, и все. Протереть тоже на фортепиано. И все будет готово. Убрать еще этот чистое белье поскладывать. В принципе, все будет у нас готово.
Итак, мои дорогие друзья, эту комнату я убрала. Стол протерла, на столе протерла пыль, на подоконниках цветочки полила. Так, комодик тоже, тоже протерла, все красивенько у нас. Так, здесь тоже в кроватке я убрала, ой, наконец-таки вещи, а то у нас вещи тоже не пойми как лежали, там повесила, что необходимо. Так, фортепиано, игрушки хотела еще отмыть. Вот, если вы тут видите, ребенок пролил сок, и он высох, и вот он такими пятнами покрылся у нас диван. Тоже не знаю, как сейчас это убирать, чем. Наверное, скорее всего, просто мыльным раствором. Тут уже 10 раз я уже убирала туда-сюда машинки, потому что я только соберу все машинки на стол, ребенок сразу их все достанет, начнет играться. Поэтому вот я убралась. Вот, так что ждем наших гостей. Так, мои хорошие, перемещаемся на кухню. Сильно я тут не убиралась уже, ну, так, более-менее. Тут малыш пришел, никак не ляжет спать. Планирую тут тоже немножко прибраться. А сейчас хочу приготовить курицу. С морковкой, с лучком. Я как раз вчера замариновала ее. Вот такая у нас красивенькая. Вот планирую сейчас выложить на противень и положить в духовку. Духовка у нас, если честно, такая немножко, ну, достаточно старая. Даже по конфоркам видно, что никак не могу отмыть там некоторые пятна. Ну, я думаю, что надо купить какое-нибудь получше средство для какого-нибудь антижира, чтобы отмыть все-таки нашу плиту, потому что вот здесь вот, видите, так тяжело это отмывается и нагорает тоже очень быстро. В общем, буквально вот что-то сваришь, вот у меня сейчас сварится, если что-то выкипает прямо на плиту, то очень сильно потом сложно отмыть все эти пятна жирные. Вот. Поэтому духовку я сейчас поставлю, чтобы она у нас как раз грелась. Вот. И сейчас выложу нашу курочку. Итак, мои дорогие, уложила малыша спать. А сейчас курица еще готовится. Вот она у нас сейчас, посмотрим, какая красивая там. Вот, ой, запотело все. Вот она там готовится. Параллельно готовится у меня супчик. Вот, супчик готовится. И поставила еще водичку на пасту. Что сделать? Коробки, грубо говоря, просто отварю их, больше ничего с ними делать не буду, просто отварю. Сейчас хочу навести порядочек на этом столе, подготовить его, чтобы к приходу гостям, чтобы все было у нас красиво. Итак, суп у нас готов. Тут я уже наливаю малышу, чтобы остыл.
Итак, мои дорогие друзья, мы все убрали, к нам уже пришли наши гости. Посмотрите, какие они маленькие, красивые. Мы отлично провели время, пообщались. Сейчас вам немножко кусочек покажу нашего общения. Ой, это что, мусоровоз? Да, это мусоровоз. Семушка, как делать мусоровоз? Бам-бам. Смотри, уже развеселился нормально. Да, это такси, такси. А кто туда машинку? Вау, такси, наверное, надо сесть туда. Оп, два сядем. Там уже какая-то машинка, да, уже? Что уже положил туда? Там дверьки открывают, да, дверьки открываются, да? Приехали.